Посмотрите, какие столы накрывают в честь Пасхи. Вот и наша русская пасочка стоит здесь. Это не я пекла, я заказывала. Отец Миленко пригласил всех к столу, сказал, угощайтесь. Вот мы с Ольчиком набрали всяких вкусняшек. И пироги, и мяско, и яйца, и солененькое, и венца. Нашли даже стулья свободные. Но вид, знаете, прилагается. Оригинальный. Знаете, что вот эту шлевовицу сделал сам отец Миленко? Видите, какой крест внутри. Запах коньячка. Дегустирует. Да, они пьют вино, а меня сразу на жестокую пичу подсаживают. Говорят, на крепкие напитки здесь жестоко пичают. Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе!